Это добрая и одновременно экологическая акция для представителей клуба боевых единоборств «Профессионал» не первая. Место сбора – территория патриотического центра. Здесь обсуждается фронт работ, люди делятся на группы и расходятся для выполнения поставленных задач. Субботник сегодня организован общественным объединением клуба боевых единоборств «Профессионал». Целью нашей является не только вырастить спортсменов, но и в том числе воспитать гражданина, который чувствует свою ответственность, сопричастность своей стране. То есть работа, которая ведется по всем направлениям, не только спортивное воспитание, но и духовно-нравственное. Вместе всегда на уборке работают и взрослые, и дети. Одни подают пример правильного отношения к окружающей среде, другие приобщаются к общественно полезному труду. Ведь главная задача, которую ставят перед собой представители клуба «Профессионал» – воспитать гармоничную личность, не безучастную к судьбе таких исторически значимых мест. К сожалению, пока отдельные социальные элементы продолжают оставлять здесь следы своей не всегда понятной жизни. Параллельно с уборкой ребята знакомятся с сохранившимися фрагментами укреплений и тем самым пополняют свой багаж знаний. Вообще, вот как тебе кажется, вот такие памятники, как крепость, почему нужно охранять и защищать, вот, и в том числе убирать? Потому что на них воевали, это и как память, и надо ее очищать. Сохранять. Нередко к акции подключаются не только представители клуба, но и другие неравнодушные брещане. Лишних рук здесь точно не бывает. За час активной работы мусорный контейнер практически полон, а организм искрит силами и энергией. Работа на свежем воздухе в выходной день дает заряд бодрости на будущую неделю.